Продолжаем следить за реакцией на прошедшие выборы. Как утверждают некоторые осведомленные источники, во многом победу Рашмору обеспечило решение внедрить в городе систему CTOS. Критики же говорят, что недавние проблемы с мостами и светофорами свидетельствуют об уязвимости сети и доказывают поспешность решения, принятого Донованом Рашмором.
пешехода. Осторожно, он кого-то отобьет. Thank you.
значит, им не все равно. Чего надо? Чувак, что ищешь? Ты чего? Мне проблем не нужно. В чем дело? Чувак, свали. Ты чего? Мир, чувак. Ну что за хреновня? Как тупо. Чувак из новостей. Готовы к сверхулету. Эта фраза стала весьма распространенной с тех пор, как в Чикаго стали изготавливать особые препараты. На данный момент доступен лишь один – сверхулет. Наши источники утверждают, что это лишь начало. Совсем спятил. Все похрен. Он же себя покалечит. Что это? Ха-ха-ха!
Что за черти? Кто там шастает? Черт, не зевать! Найти его, он где-то здесь. Хреново. Обыщите все. Тут все чисто. Проверю там. Никого тут нет. Иду дальше. Тут чисто, иду дальше. Осторожно. Не спи! Да ну нафиг! Я даже не умею эту железку. Лишь бы по мобиле потрындеть. Это вообще не мой телефон. Рано расслабились. Стоять! Сдавайся. Все равно мы тебя найдем. Лететь вон. Там.
Это как? Значит, подчищаем следы. Походу, кто-то здесь облажался. Надо найти тачку и глядеть в оба. За ней по-любому будет погоня. Может, цифрокайф нужен? Меня
Как ему такой фокус? Вы на зоне? Мы пришли! Иду на таран, глядите! Как я его протараню! Эй, мы вам поможем! С дороги, сейчас протараню! Заехали на хату, заделась! Нахер, пошел на таран! Доберемся.
Ищите, мне нужен этот кат! Круто, мы его найдем. Потому кто найдет ублюдка. Негде. Это наши улицы. Так, ищем его все. Он не должен от нас уйти.
Ясно? Найдите уже козла! Этот гад просто должен быть здесь. Давай, где ты там, чёрт? Один падает и не дышит. Другой звонит в скорую. Мой друг мертв. Что делать? Оператор говорит, убедитесь, что он мертв. Она слышит. Бах! А потом уже говорит, убедитесь. Что там пишут? Побочная сухость во рту, мигрень, что-то с печенью. Да, и умереть можно. Как смешно. Я серьезно. Без шуток. Зачем тебе это дерьмо? Что с тобой такое стряслось? Да забей. Давай так, собирайся, приезжай, буду лечить тебя текилой. Прямо шефу? Или... А, надо... Да. О, ага. А, ага. Здесь водить не умеют, поверь, я из Лос-Анджелеса, там творится то же самое. О, да. В Амстердаме хорошо придумали. Там, говорят, все на велосипедах. Так мило. Без машины куда проще.
Все это смахивает на сюжет для бестселлера. Лицо размыто, голос изменен, все дела. Говорит их очень много. Им платят, они работают. Взламывает компы, угрожает, даже убивает. И все в Чикаго. Он пишет книгу? Ну, да. Хорошо. Возьми трубку, давай. Алло? Где ты пропадаешь? Такое творится. Эти сети... Какого черта? Зачем голосом? Я же сказал, пиши. Я не отвечаю. Это все твой децек. Ты ведь из них, да? Кончай нести бред. Тебе не идет. Не-не, давай дальше, я слушаю. Нет. А, нет. Да. А, да, нет. Он алкаш, что ли? Ага, от него же пасет после обеда. Как другие не чувствуют? И без проколов? Ну, в том и фишка. Несет от него как от винной бочки, а на встречах выкручивается. Тот еще болтун. Фига. Ну а то, старая закалка. Быстрее бы на пенсию ушел или сдох. Я его офис займу.